Хей, hey, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Биошок. Да, сейчас начинается что-то с чем-то. На самом деле довольно стрёмное место. Но это потому что поют киты. Хотя, может быть, это не киты поют. Потому что где-то бывают просто звуки детей, смех ихний. Ладно, на самом деле, я ни хит не знаю. Так, здесь только три этажа, да? Все, можно валить вниз. Ладно, не все здесь, пеники там. Давай, давай, вызывай, вызывай, я ее спасаю, все. Не уходите, мистер Би. Я чувствую что-то гадкое. Да, мистер Би, не уходите. Спасибо, мистер Би. Пуля, пуля, где? Посмотри! Ты как будто получила ужасные... Не стоит его, мистер Би! Я не подписывала! Пожалуйста, давайте мистер Волос! Нет! Нет, нет, нет! Ради чего мы представим, если советы прознают о нашем чудесном городе или правительстве США? Спасибо! Не слишком высокая плата за защиту наших свобод. Ну все, все спасены. Вот теперь ты права, Мэри. Я звезда, а не ты! Суицидальная бабка. Так, мне сюда? Да, мне сюда. Есть сигналка, нет сигналки. Не так быстро, малыш. Я все еще держу твои мозги на поводке и не позволю приблизиться к своему гнездышку. А можно? А, видите, это чтоб я типа быстро игру не закончил. Ну, типа не. Думаете, Райан придет вам на помощь, когда вы будете пропадать? Нет! Фонтейн! Фонтейн! Вот кто протянет вам руку помощи! Was earth to plow, the earth always
поймали меня. Наконец-то они привели меня к Аксу. Без него люди на площади Аполлона давно бы сдались. Я спросил его, остановит ли он восстание против Райли. Он вздохнул. Я не освободитель. Освободителей не существует. Эти люди освободят себя сами. Я думала, Эндрю Райан великий человек. Какая же я была дура. Глубоко под водой он видит... Так, это первый этаж. Да. Будь проклятым! Воля! Я не знаю, куда он меня вел, но он играл со мной в опасную игру. Его свет сияет даже здесь, во мраке. Иисус любит меня. Как сказано в Библии, дети его славы, его силы, его велика. Так, картель. Стоп, это... Ага. Господи, я променял тебя на Маммону. Говори. Прости, отец. Я сделаю, что... Так, мне действительно бы сейчас пули на пистолет, потому что это жопа. А пули на пистолет можно? Я всех спас, поэтому да. Пропустим его. Сказано в Библии, дети его слабые, но сила его велика. Я думаю, может начать сразу с верхнего этажа. А, да, ладно. Бежай, да, чел? Абсурд. На тебе! Брось! Я... Знаете, вы втихаря напали. Я даже не ожидал. Так, ладно, теперь изучаем быстро местно. Ничего не находит. Mm-hmm.
Не-не-не, я не пойду туда. Пока. Ну что там опять? Пока что нет. Его свет сияет даже здесь. Так намного лучше. Ах, матерь Божья! Манать, он отхилился. Манать, он гамнюк. Ну, кто? О, улучшение оружки. No bad. Really no bad. Тогда что мы улучшим сейчас? Дробовик нет. Гранатомет можно. Ёлки-палки, зачем так пугать? Так, а как... Боже, как он надоел. Слишком медленно. Медленный. Что мне еще нужно оставалось делать? Надо было, чтобы он быстрее ходил тогда. Тогда этого бы не произошло. О, дротики. Это зажигательные болты, нихера себе. Ну это же дерево, оно же сори, да? Давай ты не будешь мне мстить. Не, я понял, до свидос. До свидос. Он меня убить хочет, я это понял. Так, ладненько, давайте... Ну, я не знаю. Уменьшает отдачу автомата. Ну, для собственных, но я сам себя не взрываю, считай. Ля, какой новомодненький у меня пулемет. Если можешь обмануть его по-крупному. Атлас — это лучший обман из всех. Райн желал Фонтейну смерти, и я дал ему то, чего он хотел. Став Атласом, я получил новое лицо, чистую метрику и смог начать с нуля. А теперь пора вернуться в новый инженерный тоник. Мисс МакКлинток, что вы здесь делаете? Позвольте-ка я это выключу. Ну, типа, а есть смысл?
сведения. Потратили 31 ЗН-картич, 4 гранаты, дробовик и 34 Адама. Потеряли МакГи, Эпштейна и Валета. Но зато завалили одного из больших папочек. Просто жуть, что им пришлось сделать с той девчонкой, чтобы добыть Адам. Но ведь не мы первыми начали. Это Райан виноват. Скорее бы рассказать обо всем Атласу. Он будет доволен. А вы заметили, что это место называется «Приют маленьких девочек»? Ну, сестричек. Я ее не... Убью! Понятно. Я все еще не могу. Да, видите, теперь мне нужно вернуться обратно. Откуда я пришел? Внимание! Любое публичное собрание числом более 4 человек считается наказуемым деянием. То, что один фиг, я пошел не туда. Подумали, что спрячемся туда до света. Что? Пожалуйста. О, тихо. Не хочу трогать, типа, их снова, так как я их уже убил. Всех. Показалось, ладно. Что тут враг? Монатин живучий. Живучий хряк. Добро пожаловать на распродажу. Сойдет. Тут осталось буквально нам серии 2, потому что к боссу нас не пускает. Хотя даже если я сейчас вот это быстренько пройду, все изучу, ну хотя я навряд ли успею за эту серию. В принципе, скорее всего, даже это будет финальная серия. И все. А ну-ка. Так, раз проход, маленькая комната. Да, это здоровое место, но я попытаюсь. Сейчас подожду, когда большая папочка вызовет стричку. Хотя смысл мне уже от Адама. Ну типа чисто их всех спасти только, если. А, пускай он пока идет. Я думал, что оставил паразитов в Москве позади. Я думал, что покинул марксистов-культуристов в их колхозах с этой деревней. Фонтен откопал настоящее чудовище. Когда она открывает рот, а это случается нечасто, у нее такой акцент, что его почти нельзя разобрать. У нее грязные волосы, и она изо дня в день носит один и тот же замызганный горчицей свитер. Однако отдаю Фрэнку должное. Тененбаум – настоящий необработанный бриллиант. Никакого обучения, никакого опыта. Но дайте ей последовательность генов, и она заиграет, как Моцарт на клавесине. Окей, поехали. Спасибо, мистер Би. Убейте его! Убейте! Нет! Нет, нет, нет! Спасибо, мистер! Спасибо! Да не за что. Я тебе покажу! Главное по карте идти правильно, чтобы ничего не пропустить.
Так она с пулемета? Да, она с пулемета. Я знаю, чего ты тут ищешь, и ты этого не получишь. Ластер! Внимание! Любое публичное собрание числом более 4 человек считается наказуемым деянием. Я просто осторожно иду, чтобы... А, подожди, так... Короче, если что, можем даже с вами... сделать подольше эту серию, финальную, так сказать. А, это звук... От тебя звук? О, нихера себе. Удар током часа можно получить. Еще не все. Беги, мы все равно тебя найдем. Мы все тут на уши поставим. Где моя кукла? Слишком много врагов. Я знаю 10 таких, как ты! Я понял. Но в основном оно меняет, либо бывает хорошо, либо херово. А это большая папочка, не страшно. Я готова видеть свой мистер Бит. Значит, на всех плевать. Типа, знаете... Что я могу сделать для этих малышек? Я слишком грешна, но ты... Возможно, ты смог бы подарить им будущее, о котором я не могу и мечтать. Возможно. Одна из моих малышек принесет тебе подарок. Пожалуйста, береги себя. Окей. Ох, кто-то сейчас в лицо получит. Время спать, ангелочек. Бем. Кто это сказал? Кто там? Я так одинок. Словно молоко матери. Нечестно. Нечестно. Так, окей. Что теперь мы можем сделать? Давайте пекаль. А, скорострельность увеличит. Ну... Фиг знает. Так, куда мне в ту сторону здания?
Чисто проверочка, как говорится. Ладно, погнали сначала по заданию, пройдемся. Если нам скажут идти туда-туда, то пойдем туда, куда говорят. Подожди, то есть Фонтейн это и есть этот парень, который собаку убил? Лол. Все эти годы нам казалось, мы делаем успехи с нашими ящиками Скиннера, с электрошоком. Только зря тратили время на самом деле. До того, как появился Адам, приручить ребенка было не проще, чем гремучую змею. Фонтейн дает Сушонгу легенду, чтобы тот внушил ее ребенку. Ребенок не личность. Он как музыкальная шкатулка, сыграет ту мелодию, которую хочет услышать Фонтейн. Понятненько. Так, новый инженерный тоник суперконвертер. Так, станция универсальная конвертер, чудо современных инженеров, благодаря ему вам нужно меньше сырья, чтобы... Ну, та это херня. Фонтейн превратился в куколы для жителей Восторга, и этот миф дал ему власть над ними. Однако уберите все наносное и увидите простого мошенника. И как любой мошенник, он больше всего боится, что его самого надуют. Вот зачем он заказал образец 192. Антидот от плазмидов ментального контроля. Фонтейн строго-настрого мне запретил рассказывать кому-либо об антидоте. И Сушон, конечно, послушался. Я так и знала, что что-то за этим кроется. Сушонг вечно что-то скрывал. У него всегда были свои секреты. Наверняка он держал этот образец 192 в своих лабораториях у площади Аполлона. Но как-то раз я украла одну дозу и спрятала ее у себя дома на втором этаже. Я понятия не имела, что это такое, но подозревала, что мерзавец замыслил недоброе и решила приглядывать за ним. Понятно. Где образец? А, ну, мы туда придем. Упс, не хотел. Сразу в лицо бьем. Да-да-да, чел. Я ведь знал это. Ля, какие они там радостные. Они говорят и говорят. Но они хорошие, походу. Тогда не буду их трогать. Типа они просто танцуют. Ты
Слышите, я, по идее, должен был их атаковать. Ну, так, наверное, запланировано было. Это вам не сброд с площади Аполлона. Там не люди, а звери живут. В натуре не говори, лам, пускай танцует. Опа. Когда я покончил с Калпеппер, то оставил ее прямо там, в ванной. А потом увидел недошитое одеяло у нее на кровати. Красивое такое, знаешь, красное с черным. Просто чудо. Вот я его и взял. Ну, знаешь, чтобы кто-то мог его закончить. Чтобы оно кому-нибудь пригодилось. Просто жалко было его там оставлять вот так. О, очередной морг, кошачий морг. В ожидании, пока до мне в спину кто-то спрыгнет. Давай! Это они тебя послали, да? Ой-ой-ой-ой. Я горю то. Убегай! Никчёмно! А, у них сопротивление к электричеству. Вон что они из себя представляют. Я не знаю, что это за звуки стрёмные такие. Типа... Это стрёмно. Ладненько, погнали отсюда. Фонтейн. Фихи, вот тоже. Так, на второй этаж погнали. Я не понимаю, кто это рычит так? Райан даст мне денег. И всем нам даст. Надо только... Нихера себе! Я думал, трупов девочек маленьких нету. Да блин, ты надоел! А, я думаю...
Что за херня? А у меня... Заметьте, что у меня ХП уменьшилось. Или нет? Или да? Кажется, да. Чем нет? Взрывчатка мне пригодится. Оккупант! Паразит! Полный с моего дома! Я тут хозяин! Кто взял сорян? Что это такое? О! Как они надоели пугать? Ну я понимаю, что я должен был уже к этому привыкнуть, но все равно. Электробаба. Ладно, тут тоже ничего оказывается. Спасибо, что пришел. Ты тоже, да, встанешь? Да? Да, у меня из-за этих, что он по голове дает, у меня хп мало. А если бы я хп не прокачивал, это интересно. Не надо было и приходить. Взгляните на эту дыру. Ничего не осталось. Телепорт! Неплохо. Шлюха. Посмотри, что сделали с моим домом Фонтейн и его головорезы. Наверняка он забрал образец 192 в свои апартаменты. Войти можно из холла, но там всегда закрыто. Ты не поверишь, но когда-то тут было так красиво. Ты меня что, недоумком считаешь? Мы зачистили домик матушки Гусыни, как только она решила, что у нее проснулась совесть. Ты тут ничего не найдешь, малыш, кроме разве что ее мемуаров. И уж поверь мне на слово, лучше бы тебе их не видеть. Так, окей. Ну это... Поверьте, быстрее взламывать, чем просто. Так ведь. Ты бесполезный ящик, вам!
пришел. Ага, не успела. Думаешь, ты какой-нибудь там герой? Да, я заказал тебе сушенку. Чуть-чуть из графы А, немножко из графы Б. И куда ты собираешься возвращаться? К своей фальшивой семье? К своим придуманным мечтам? Самое лучшее, что для тебя можно сделать, это избавить, наконец, от страданий. Да, у меня хпшка все-таки уменьшается. Так, а теперь у меня вопрос... где я нахожусь хотя бы? Да, сейчас бы понять, где я нахожусь. Меркурий, сушонг. Ты меня что, не... Что я могу сделать для этих малышек? Я не пойму, где я нахожусь. Надо что-то делать с Фонтейном, пока я... Так, нет, подожди, дальше. Построить город. Похоже, 57... у Фонтейна что-то 44. Расслабилось с этой его тощей немкой. С какой стати такому типу, как Фонтейн, тратит время на ходячий кошмар, вроде этой немки, когда он может с любой тарелки без проблем слезать под лифт. Это за пределами разумения папарацци. Даже кот на двери установил 5744. Наверное, чтобы она опять к нему во двор не пробралась. Говорят, что спасти одну жизнь – это все равно, что спасти целый мир. Я создала здесь место для малышей, но это ты их спаситель. Ты остановишься на этом или, наконец, спасешь их из этого ужасного города. Где моя кукла? Я за тебе же... Так, окей. Пока что идет... Так, где... Жалкие неудачники. Они приезжают в восторг в надежде, что станут тут всем рулить. Но все забывают, что кому-то ведь приходится чистить уборные. Да уж, насмотрелся я на них. Даешь этим отбросам одеяло и миску супа, а они тебе взамен свою жизнь. Кому нужна армия, если есть дом Фонтейна для бедных? Да фиг его знает. Вот это были у них плохие пули. Но все это все равно на босса улетит. Так, мы говорим, ага. Да,
рассеялся. Но, несомненно, будут побочные эффекты. Манать. Хорошие побочные эффекты. Образец 192 преобразовал всю твою плазмидную структуру. Мне надо было сразу сообразить, что тебе нужна большая доза. Тебе придется найти добавку, чтобы полностью снять воздействие. Хорошо. А теперь отправляйся в дом Сушонга в квартале Артериды. Наверняка там найдется еще немного образца 192. А, так у меня все оружие есть. Все. Ты не знаешь, каков... Видите, сколько у меня хп сожрали? Подожди, а я здесь... Или похуй. Вы знаете, что женщины предпочитают атлетически сложенных мужчин? Зачем? Вам плевать. Плазмиды в том состоянии, в какое привел тебя Фонтейн. Придется справляться с тем, что есть. Спасли. А, я не могу? Эй, Мэри, что за кислое личико? Слышал, что творится на площади Аполлон? Говорят, там людей сажают. Ну, мы сейчас быстренько Аполлона пройдем, так как мы уже с вами, считайте, получили то, что нам необходимо. Я хочу уже добить просто игру, чем делить еще на одну часть, поэтому давайте в этой части сделаем все, да и все. О, пошло-поехало. Ладно, делаем таким образом. О, ты ж ё-моё. А, найс. Отлично, отлично, отлично. О, все, заканчиваем, ребят, места уже нет, поэтому... Давайте, как место есть, я, короче, отрендерю то, что у меня уже загружено, и доделаем до конца, поэтому как-то так. Так, сразу сюда, сюда, нажимаем нет. И камеру я, ну камеру, веб-камеру, мой микрофон, я подставляю сюда. Освободил я, короче, на 90 гигабайт. Я отрендерил один биошок уже. Поэтому побежали. Блин, звуки снова послетали. Я не знаю, почему игра просто... А, игра потому что точно. Так, музыка 5. Эффекты... Так, речь.
Так, 7 эффекты. Принять настройка игры. Все. Надеюсь, враг. Эй! Кто это сказал? Мне все равно на что они мне дают. Ну тут огонь нормально. Я всех поубивал по факту, помните ж? Поэтому врагов в какой-то степени не должно быть. Поэтому просто идем, да и все. Эти чурбаны не хотят. Вызовешь копов! Ой, боже, опять игра. Так, так, принять. Да. Я уже понял, что это киты. Надеюсь. Так, управление, чувствительность, принять. А кто-то обещал? Добро пожаловать! Блин, надо будет автозломщиков покупить. А то же опа. Стоп, я ж здесь уже везде был. Теперь ты получил свободу. Наркотики Сушонга над тобой больше не властны. Это хорошо. Бери бытисферу и отправляйся на пик Прометей. Пора покончить с этим делом. Чтоб тебе... Я такой шумный, как и тот робот. Кто-нибудь отзад? Умри! Сюда! Сюда! Реки обернутся кровью! Дерись со мной! Дерись по правилам! Просто валим отсюда. Я могу только пойти... Блин, мне придется только взламывать. Это плохо. Ну ладно, по сути.
глубоко под водой он видит все. Видит всех нас. Так. Кто? Кто там? Я себя контролирую, да? Так, ну все, в принципе. Мы идем. Тебе же это нравилось! Ты крут, ты галиней, ты брос, ты лубр. Я свалился от пут, но ставить все свои фишки на матушку гусыню, а ведь тебя уже подставляли в прошлом. Это да. Ты знаешь, о чем я говорю. Ступай на гору Прометей, разберемся там, как мужчина с мужчиной. Ты и я, палуба подлодки и столько атома, сколько ты себе и представить не можешь. Да вообще посрать. Выходи и дерись честно! Разве это нечестно? Я думаю, это честно было. Станция Прометея. Это, если что, последняя станция. Да. Хотя, может быть, я вру, ребят. По идее, это должен быть финал. По идее. Да ладно, это еще не все. Ладно, ладно. Не унимаешься, да? Ну что ж, я готов. Только учти, приятель, мне принадлежит весь Адам в этом городе. Так что потанцуем. Чего ты ждешь? Иди за этим идиотом. Ау. Так подожди, нихера эта локация здоровая. Короче, ребят, я все-таки буду разделять ее, наверное. Мерзавец прямо у меня за спиной! А я и не слышал, как он подошел! Обосрать. Последний шанс, парень! Соглашайся прямо сейчас, и я оставлю этот хлам вам с немкой, но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Манай, да, ребят, все. Пускай это, короче, будет одна серия, и тут мы закончим. Я бы ее не стой. Короче, это не конец. Будет еще продолжение. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Черт. Ах, ладно, дождем. Ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно, без проблем. Найди большого папочку и обыщи его. Очень советую лучше обыскать труп. И поэтому всем пока.